абсолютно убежден, кого бы украинский народ не избрал президентом, у нас останутся самые добрые и самые теплые отношения с этой страной. Если это будет Петр Порошенко, нам ничего не надо выстраивать. Мы наши отношения выстроили. Бывало хорошо, бывало похуже, но мы всегда находили решение вопросов. Володя Зеленский человек новый, обучаемый. Я заметил это вчера по его выступлениям. Да, молодой, да, еще неопытный. Но слушайте, я тоже когда-то был еще моложе и неопытным. Поэтому мне ли сегодня оценивать Зеленского? Но я убежден, что если страна определится и изберет Зеленского, мы выстроим такие же добрые и хорошие отношения. Знаете, если уж честно говорить, тут от Лукашенко, Порошенко и Зеленского мало что зависит. Зависит больше от народа, от того, что мы родные и что мы живем рядом. Мы рядом, мы обречены Господом Богом жить вместе. И если какой-то политик в Украине или в Беларуси не понимает этих истин Господних, он обречен на неудачу. Поэтому кого бы ни избрали в Украине, мы с ними найдем общий язык, мы выстроим добрые отношения, мы всегда будем сотрудничать в интересах двух народов.